Я так подумала, что проводить урок просто самый первый, самый начальный, показывая самые первые движения, немножко скучновато. И поэтому мы пойдем по другому пути. Мы сделаем довольно конкретную вещь, такую, что вы могли бы через некоторое время, может быть, уже сегодня, отключившись от связи, разумеется, включив программу, сделать все, что мы сделаем сейчас, совершенно самостоятельно и получить первую презентацию, которую уже завтра могли бы вы показать своим ученикам в школе, либо частным ученикам. Мы построим сечение параллелепипеда, как я и обещала. Я переключусь сейчас на пустую страничку. Перед вами программа. Она немножко непривычна даже мне и, наверное, многим, кто здесь присутствует. Она русскоязычная. В личном кабинете у каждого есть ссылка на скачивание этой программы. Поэтому вы всегда ее можете скачать. Кто привык к англоязычной, наверное, это делать и не обязательно. И мне это немножко непривычно, но попробуем. Тут, по крайней мере, русский родной язык. Здесь будет даже проще. Каким образом скачать программу, я думаю, вы сообразите, скачайте. Завтра, если возникнут какие-то вопросы, мы все это обсудим. Будем считать, что программа у нас уже в кармане. Вот она. И начнем строить сразу параллелепипед. Слева вы видите инструменты. Один из инструментов, самый верхний, автоматически включен, нажат. Это стрелочка. Я подношу сюда мышку, инструмент переноса написан. Стрелочка, самая обыкновенная стрелочка, самый частый инструмент. Чтобы построить параллелепипед, с чего-то надо начать. И я начну с отрезка. Нажимаю на инструмент, вы видите отрезок. Он так и нарисован здесь по умолчанию, этот инструмент, отрезок. Я на него щелкаю и провожу отрезок. Обратите внимание, он сейчас провелся пунктирной линией. Видно, в программе по умолчанию стоял пунктир. Если я хочу это исправить, мне совершенно не нужен пунктир. Обратите внимание, отрезок построен и выделен сейчас. Я зайду в пункт меню «Вид», найду здесь стиль линии и полная сплошная линия, не пунктирная, выберу вот этот пункт. Обратите внимание, линия превратилась в сплошную. Есть еще одна тонкость. Хочется, чтобы линия выглядела чисто горизонтально. У меня она немножко сместилась. Для этого есть разные варианты действия. Я нажму опять на курсорчик, на стрелочку, на основной инструмент. Выделю сейчас все выделение снято. Чтобы, кстати, снять все выделения, я нажму на свободное место. Выделю второй конец отрезка. И могу, скажем, на клавиатуре с помощью клавиш вверх, вниз, вправо, влево немножко подрегулировать положение вот этой выделенной правой точки, правого конца отрезка. То есть я нажму немножко вниз и добьюсь того, что отрезок будет горизонтальным. Есть еще один замечательный способ сразу построить горизонтальный отрезок. Правда, он поломается при движении. Как сделать, чтобы он не поломался? Это уже другой вопрос. Тонкостей здесь много. Посмотрите, что я сделаю сейчас. Я отрезок, который построила, весь выделю обыкновенным движением мыши. И нажму на клавиатуре Delete, он уйдет. Покажу еще один способ построения сразу горизонтального отрезка. Выбираю инструмент отрезок. И удерживая клавишу Shift, строю отрезок, он моментально получается горизонтальным. Первое дело сделано. Если я хочу пометить точки,
конце отрезка. Это делается очень просто. Я выбираю буковку А. В инструментах это инструмент текст. Подношу к первому концу отрезка, щелкаю на него. Видите, автоматически точка А. Программа знает алфавит. И щелкаю около второй точки, точка Б. Теперь я нажала на свободное место. Обратите внимание, выбрала инструмент стрелочку, нажала на свободное место. Итак, отрезок перед нами. Мне надо получить параллельный ему отрезок. Программа «Живая геометрия» много чего позволяет делать. И кажется сначала, что может быть легче. Например, я выделю этот отрезок. Нажму «Копировать», скажем, на клавиатуре. Это называется Ctrl-C. А потом Ctrl-V. И получила отрезок. Вот я его двигаю. Точно такой же. И вроде как автоматически параллельный данному отрезку АБ. Как бы один из вариантов. Я могу, кстати, обратите внимание, название точек немножко подвинуть вверх. Соединю сейчас точки А и Д. Каким образом? Скажем, выделю А, выделю Д. Зайду в пункт построения, выберу отрезок. Один из вариантов. Я сразу щелкаю на свободное место. Теперь мне надо соединить точки B и C. Есть еще один вариант такого построения. Я выбираю инструмент отрезок и помещаю курсорчик, стрелочку, в точку B. Она немножко увеличивается в размере, когда я помещаю сюда стрелочку, чтобы четко я попала сюда, и до точки C. Получился отрезок. И вот вроде построен параллелограмм, начало нашего параллелепипеда. Как вы думаете, хорошо это сделано? Правильно ли это сделано? Вот так чисто интуитивно, даже если вы первый раз видите программу, но, наверное, догадываетесь, что, вообще говоря, в идеале мы должны ожидать. Как вы думаете, хорошо ли это? Плюс или минус, откликнитесь сразу, или да, или нет. Все ли хорошо? Отлично ли параллелограмм у нас получился? Визуально, кстати, он замечательно смотрится. Совершенно точно. Интуиция или знание подсказывают, что, конечно, нет. Конечно, нет. И вот почему. Обратите внимание, у меня сейчас выделение отсюда снято. Если я выделяю точку С и вот этой самой стрелочкой буду двигать, дергать за точку С, у меня параллелограмм испортится моментально. Поэтому все, что я сделала сейчас, я выделю, кроме отрезка АБ, и нажму на клавиатуре Delete. Удалю. Меня такое положение не устраивает. Есть разные варианты. Сделать так, чтобы таки прямая CD оказалась параллельной AB. Я покажу сегодня сразу несколько вариантов. Скажем, наипростейший. Вот если у нас есть чистый лист бумаги, циркуль, линейка в руках, разумеется, никто из нас не сомневается, как мы это будем делать. С помощью циркуля и линейки программа может все это воспроизвести. Наши ручные построения. Я беру точку, инструмент точка, ставлю его вот тут, например. Опять выбираю инструмент переноса, то есть стрелочку, основной инструмент. Точка выделена. Выделяю отрезок АБ. И моя задача, как вы понимаете, через точку построить прямую параллельную данной. Я захожу в пункт построения, горизонтальный пункт построения. И тут выделены несколько пунктов, в том числе параллельная прямая. Под точки и прямой я могу построить прямую параллельную данной, проходящую через данную точку. Вот она прямая.
сразу выделилась. Жму на свободное место. Обратите внимание, я сейчас точку Б буду немножечко портить, сдвигать. Но и прямая будет сдвигаться вместе с ней, параллельно ей. В этом и прелесть живой геометрии. Она позволяет не сломаться нашей конструкции. Чтобы, кстати, вот теперь поставить все в исходное положение, я на клавиатуре нажму стандартную комбинацию Ctrl-Z. Отмена предыдущего действия. Все вернулось назад. Это знакомая комбинация по любому редактору. Обозначу точку, получившуюся. Вот программа ее обозначила точкой Е. Пусть так и будет. Теперь моя задача на этой прямой построить отрезок, равный отрезку АБ. С помощью циркуля линейки тоже понятно, как мы будем это делать. Я выделяю точку Е. Я выделяю отрезок АБ. Захожу в пункт построения и строю окружность по центру и радиусу. Есть такой выделенный пункт. То есть, иначе говоря, делаю засечку циркуля. Подношу стрелочку к пересечению окружности и прямой. Щелкаю, и получается точка. Я ее обозначу с помощью инструмента текст, скажем, точка F. И понятное дело, что отрезок EF всегда будет равен отрезку AB. И уже никуда не денется. Я выбираю инструмент стрелочка, жму на свободное место, выделение это всего снято. Мне мешается прямая, окружность. Мне их надо убрать. Удалять их нельзя, то есть выделить прямую и нажать Delete. Можно попробовать удалиться, при этом много чего, и точка F, естественно, тоже. Здесь есть другой способ. Я выделила прямую, захожу в вид. Есть такой пункт меню горизонтальный, и еще здесь спрятать параллельную прямую. Обратите внимание, по-русски очень непривычно, но однако спрятать. Я нажимаю. Прямая исчезла. Я сейчас точно таким же образом хочу спрятать окружность. Есть еще один вариант. Правой кнопки мыши я жму на окружность. Появляется контекстное меню, как это обычно бывает в любой программе. И выбираю здесь то же самое «Спрятать», «Окружность». Нажимаю, «Окружность» пропала. Теперь мне надо соединить все точки. Делаю это тремя разными способами. Скажем, выделяю точку Е, точку F. Захожу в пункт меню «Построение», нажимаю «Отрезок». На свободное место жму. Это очень важно, снять выделение. Вариант второй. Выбираю инструмент отрезок и соединяю точку А с точкой Е. Программка подсказывает, подсвечивает, крупно выделяет точки, которые мы соединяем. И точно так же соединяю B и F. Вот эта фигурка, я тут же нажала, как видите, на свободное место, выделение сняла отовсюду. И эта фигурка уже не сломается. Я могу двигать за точку F. Я могу двигать за точку B. Я нажимаю Ctrl-Z, возвращаю в исходное состояние. Я могу двигать целое...